вы тоже думаете, что не бывает? Еще как бывает. О, смотрите, бабайка. Макс, ты что, совсем? Что? Что здесь случилось? Диана! Сейчас вымою быстренько пол и успею еще поиграть. А вот и не получится. Ну почему все так несправедливо? Ну что, Мишка, не передумал взрывать? Дианочка, я ненадолго уйду по делам. Посиди с Катей или Максом, хорошо? Хорошо, мама, посижу. А еще с Мишкой. Ага, осталось только найти того, кто посидит с Дианкой. Ух ты, я нашла себе новый наряд. Так завтра в школу и пойду. Катя, посиди, пожалуйста, с Дианочкой. С Дианочкой? Мам! Но ты же видишь, я уже оделась. Я спешу к девочкам. Нам пора библиотеку. Ага. Пока-пока, мам, я скоро вернусь. Началось. Ладно, пойду к Максу. Макс, да что у тебя за бардак? Ай-яй-яй-яй-яй. Макс, ты все играешь? Посмотри, какой бардак у тебя в комнате. Тебе срочно нужно прибраться. А еще посидеть с Дианочкой, потому что я ухожу. Мне кажется, или он меня совсем не слышит. Или просто притворяется. Макс, ты меня слышишь? Посиди с Дианкой и приберись в комнате. Я? Мама, нет. Я это как раз уже доиграл и собирался срочно уходить. Пусть Катя посидит и приберется. А вот и не получится. Ну почему все так несправедливо? Потому что Катя срочно ушла в библиотеку. Ей нужно для школы, а ты сидишь играешь, ничего не делаешь. Давай, отправляйся на уборку и с Дианочкой не забудь поиграть. Все, пока! Мама, в какую еще библиотеку? Вот Катя, а? Хитрая какая! Эх, а мне придется с Дианкой сидеть. Ну ничего, я ей сейчас игрушек накидаю, пусть играет, а я тоже поиграю. И приборка. Да, мам, конечно, ага. И приборка. Мишка, я кому говорю кушать? Это вкусно! Дианка, привет! Привет, Макс! Ты будешь со мной сидеть, да? Помоги мне, пожалуйста, мой Мишка никак не хочет кушать бутылку! А я ему говорю, надо кушать, чтобы вырасти большим и здоровым! Не, Диана, тут я тебе не помощник, я не знаю, что едят медведи! Мне это, еще мама дала задание везде прибрать, так что давай, ты сама тут будешь играть, а я пока буду прибирать, хорошо? Ну вот так всегда, ладно! Только ничего не раскидывай. На-на-на-на-на. Сейчас вымою быстренько пол и успею еще поиграть. Как же я не люблю дома прибирать. А? Ребята, а вы любите дома приборку делать? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне очень интересно. А прибираться не очень интересно. О, здесь чистота. Еще пара комнат, и я свободен. Как же заставить медведя кушать бутылочку? Может, ему нужно молочка налить? И тогда он точно попьет. Молочко любят все. Сейчас, Мишка, я скоро. Ушла она в библиотеку. Ага, как же. Сидит там с подружками гуляет, а я тут полы мою. В следующий раз надо как-то мне успеть из дома убежать. Молочко. Ай! Ай-яй-яй, как же тут скользко. Макс что, совсем полы мыть не умеет? Сейчас будет тебе, Мишка, молочко. Или кока-кола. О, вон молоко. Но мой Мишка любит именно молоко. Он точно не пьет эту кока-колу. А до молочка мне не достать. Макс, ай! Ой, Диана, ну осторожней же надо. Я полы мою, тут скользко. Ай, ну надо же тряпку по-хорошему выжимать. Помоги мне, я не могу достать молоко из холодильника, оно высоко. Диана, ну вон же кока-кола была, напоила бы своего медведя кока-колу, он бы стал сразу веселый, начал бы танцевать. А что молоко? Мой Мишка такое не пьет. Молоко так молоко, Диана, больше меня не отвлекай. Мне нужно успеть домыть пол, чтобы еще поиграть. Ай! Ну вот, все молоко разлил. Говорила же, тряпку надо выжимать. Я же только что вымыл полы. Диана! Давай, иди к себе в комнату и играй там с медведем. Не пьет он молоко, он вообще игрушечный. Иди, а то непослушных детей бабайка к себе забирает. Все, в комнату, быстро. Эх, Мишка, так молока я тебе и не принесла. Пойдем сюрпризы открывать. Как бы мне Дианку напугать, чтобы она из своей комнаты больше никудашеньки не выходила. Ну что, Мишка, сейчас как хлопнем?
же, у нее в комнате тоже надо полы мыть. А как? Она ведь там будет падать и спотыкаться, шишку себе поставить, потом мама как? В угол меня поставит. Дианочка, Дианочка, иди, пожалуйста, в комнату Кати. Я там уже это, полы помыл, там чисто, хорошо. А мне тут надо мыть, а я приду, а ты будешь падать. Я ведь скользко мою. Так что давай, забирай своего медведя и иди к Кате в комнату, хорошо? И из комнаты не выходи. Бабайку никто не отменял. Придет и тебя вместе с медведем заберет. Осталось совсем чуть-чуть, и я буду играть. Ну что, Мишка, не передумал взрывать? Моем, моем, чисто-чисто. Тянем, тянем и... взрываем! А? Что там такое взорвалось? Диана! Конфетюшки! Ух ты, как много! Мишка, пойдем, смотри, какой пони к нам попался! Ой, только я не знаю, как его зовут, ребята! Кто знает, как зовут этого поника? Напишите, пожалуйста, в комментарии! Ой, поник! Да у нас теперь такая красота! Такая красотища! Дианочка, Дианочка, что Что? Что здесь случилось? Диана! Это что? Это что такое? Я же только что здесь помыл! Макс, ну что ты кричишь? Это мы с Мишкой играем! Мы открывали нашего нового друга, Поника, а у него в упаковке вот столько конфетюшек! Здорово, да? Диана, забирай своего Поника, забирай своего медведя! Я буду здесь теперь прибирать! Мне сегодня вообще никогда, наверное, не поиграть. Так, все, сидишь у себя в комнате. Если только-только ты за дверь куда-то выходишь, тебя сразу хватает бабайка и уносит в лес. Тебе понятно? Что-то Макс разозлился. Понятно. Ну что, Мишка, поиграли. Давай теперь я тебя спать уложу. Значит, Диана говорит, бабайки не существует, да? Еще как существует. Вы тоже думаете, что не бывает? Еще как бывает. Во, смотрите, бабайка. А вот это бабайкин домик. Ха, и все это Дианка увидит, только-только открыв дверь комнаты. Теперь она точно из своей комнаты никуда не выйдет. Мишка уснул, а мне скучно. Пойду Максу помогать прибираться. Ой, ребята, вы это видели? Там этот, бабайка. Пойдемте еще раз посмотрим. Я надеюсь, что мне показалось. А, нет, там и правда бабайка. А, он существует. Смотрите, там и домик его. А зачем это он к нам переехал? Это, наверное, потому, что я себя плохо вела и везде все разбрасывала. А Макс мне сказал, если я буду все везде разбрасывать и ему мешать, меня бабайка заберет. Ай! Нужно срочно закрыть двери и никого сюда не пускать. Ай, кажется, получилось. Только бы заикаться не начала, а то она так испугалась. Так, бабайку я оставлю тут. Пусть он тут из своего домика его охраняет. А заодно и выход из комнаты, чтобы Дианка отсюда никуда больше не выходила. А я спокойно убрался. Я ничего не понимаю, но бабайки же не бывает. Может, мне показалось? Давайте посмотрим еще раз. Бабайка! Зачем я Максу мешала? Зачем я все разбросала? Меня теперь бабайка заберет. Мишка, Мишка, сиди тут и никуда не уходи. Я сейчас. Нужно как-то двери закрыть, чтобы их никто не смог открыть. Зря я Максу не поверила и Макса не послушала. Получается, что они и правда бывают. Приходят и непослушных деток забирают. Нет, я тебе не дамся. Ни за что. Да-да-да-да-да, страшно. Будем тут сидеть, маму ждать. Я все убрал. Только теперь у меня нет ни сил, ни желания играть во что-то. Макс, а я уже вернулась. А ты что лежишь? Ты заболел? А где Диана? Макс! О, вот и мама пришла. Мама, я это, прибирался и так устал. У меня нет сил, я хочу полежать. Ой, ты молодец, умница ты моя. А Диана-то где, а? Диана! Пойдем скорее, мама! Я же даже не посмотрел, как она там.
Вдруг она так бабайку испугалась, так испугалась. Пойдемте скорее. Мам, догоняй. Не открывается. Диана, Диана. Ой, Макс, Макс, не ходи сюда. Здесь бабайка. Макс, какая еще бабайка? Ой, ой, что это? Ужас какой. Вы что, с Дианой играли? Ну, открывай, открывай. Диана, Дианочка. Ой, Мишка, я пойду. Это мама, мамочка. Мама, мама, а что, бабайка уже ушла? Диана, да какая еще бабайка? Ты про эту картинку, что ли? А? Ну, что тут мешает все? Ой, мамочка, вставай. А тебя бабайка с собой не утащила? Нет. А ты что, думаешь, что они бывают? Ай. Я думала, вы так с Максом играли. Это ты вон про то, что там? Оно еще что, там? А, бабайка! Мама, мама, оно еще там! Диана, Диана, да стой! Она бумажная, не настоящая. Это я сделал, чтобы тебя напугать. Чтобы ты из комнаты не выходила и больше нигде не наследила. Знаешь, как я устал прибирать. И поэтому ты решил меня напугать? Макс, ты что, совсем? Ты же мог Диану так напугать, так напугать! Мало ли что бы, и где бы, посмотрела на баррикады, какие настроила. Под зеркалом с Мишкой сидела, дрожала. Макс, Макс, я от тебя такого никак не ожидала. Да, мама, если Дианка попросила молока, я понес, полы помыл, молоко пролил, потом она сюрприз открыла, взорвала, конфетюшки полетели, я там уже убирался, потом еще раз пришел. Я так устал, так уже заустался. Ой, а здесь и правда костер из бумажки. Ой, какой страшный, бабайка-барабашка. Ой, зубастый, я не боюсь тебя, понял? Сидела 2 часа в комнате из-за этой бумажной, из-за этого бабайки, короче. И домик у него не настоящий. Ну, Макс, ну, Макс! Ой, Диана, ладно. Оставила, называется с брата. Дианочка, ну ты же знаешь, что бабайки не бывает. Это вымышленное существо, которым запугивают детей, которые не хотят спать. И говорят, что бабайка сидит под кроватью и их с собой заберет. Но это же сказки все. Сказки! Мама, да я знаю, я просто в двери выглянула, а там и правда бабайка страшная. А, точно, Макс, сказки! Я хочу 2 часа слушать только сказки. Вот так. Отдохнул, поиграл, с Дианкой посидел. Осталось 2 часа сказки почитать, и я полностью свободен. Да, мам? Ага. И как раз через 2 часа можно ложиться спать. Поиграть. Вот так, друзья, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка ТВ и смотрите новые мультики. Пока-пока. Не спасла меня бабайка. Детский канал Даринелка ТВ представляет. Подпишись на канал Даринелка, смотри мультики с нами.